Всем привет! Сегодня у нас обзор вот по такому фургону рефрижераторному Ford Transit. Закончились у нас автомобили из Европы, поэтому в связи с введенным повышенным утилизационным сбором, поэтому опять у нас на обзоре машины из России, купленные в России новыми и всю жизнь эксплуатируемые в России. Тоже машины есть в достойном состоянии. Вот этот Ford Transit, в принципе, в нормальном, хорошем техническом состоянии. Один был собственник у него за все время эксплуатации. По кузову есть мелкие недочеты и замечания, но так в целом внешнее состояние хорошее. Лобовое стекло без трещин. Вот так внешнее состояние. По-моему, капот здесь покрасили мы, потому что были мелкие замечания, сколы и вмятины. Резина новая, все 6 колес. Установка рефрижераторная «Карьер». Лучший производитель самый рефрижераторных установок. Никакой не китаец. Так что «Карьер» должен служить верой и правдой. Выдавать, ну, в зависимости от условий эксплуатации, плюс-минус 20 градусов температуры. По салону состояние, можно сказать, идеальное. Пробег у мужчины 332 тысячи километров. По будке состояние немножко похуже. Есть следы эксплуатации, но есть огромный плюс. Это боковая дверь. То есть можно разгружаться и загружаться. Ну, скорее разгружаться по ходу маршрута по развозу по городу. Установка мощная, два вентилятора, большая, даже видно. По размеру есть освещение, ну и достаточно она сам по себе фургон толстый, здесь порядка 10 сантиметров толщина утеплителя, порядка 10 сантиметров, если не больше. Соответственно, фургон рассчитан на низкой температуры. По размеру мы сейчас замерим высоту. Высота 2 метра практически. Длина 3,83, чистая внутри. И ширина 2,15 практически. Ну, по объему надо будет прикинуть потом на калькуляторе. По палетам тоже. Задняя резина новая, да, тоже. Фурнитура вся из нержавейки, тоже достаточно дорогостоящая, так скажем, вещь. Опять же, толщина дверей 10, наверное, 11 сантиметров. И вот так рефрижератор выглядит внутри. Даже сейчас вот открываешь и уже чувствуешь прохладу, которая накопилась за ночь. Ну, есть, разумеется, небольшие следы эксплуатации. Где-то при разгрузке, видно, уперлись во что-то. Появились вмятины, так скажем. Запасное колесо имеется, состояние парами тоже отличное. Ну, фордов с рамой проблем не бывает, как у газели, так скажем. Здесь по салону тоже все в порядке. Пульт управления рефрижераторной установкой.
взял я ключи, чтобы открыть капот. Вода. Есть такая особенность, которую мы не любим. Ну и вот такое состояние под капотом. Мотор, разумеется, помыли, но он нигде не сопливил, масло не текло, поэтому, в принципе, машина своим ходом в наших руках проехала больше 1000 километров, так, в принципе, себя показала хорошо. Ну и, кстати, какой плюс этой машины, то, что цена у нее с НДСом, соответственно, можем мы ее продать и в лизинг. И так организация какой-нибудь, кто предпочитает приобретать автомобильную организацию с НДСом, работает на общей системе, соответственно. В этом большой плюс для организации и для лизинга. Для физлиц это значение не имеет. Все вопросы можно будет задавать в комментариях к этому ролику. Цена с описанием. Цена будет указана в описании в виде ссылки к объявлению на объявление.